На 4 дня Лос-Анджелес заполнили тысячи людей в костюмах героев японских мультфильмов. Они собрались здесь на ежегодную выставку аниме. Поклонникам этого жанра представили комиксы, постеры, игрушки и все, что связано с их увлечением. На аниме-экспо 2014 фанаты приходят в костюмах любимых героев или же наряжаются прямо на месте. Американские мультфильмы более комичные и менее продуманные, говорит эта посетительница. А в аниме всегда есть сюжет, что-то, что заставляет смотреть. Там не бывает так, что посмотришь одну серию и сразу поймешь, в чем история. Аниме заставляет вас хотеть большего. Организаторы этого крупнейшего в Северной Америке ежегодного съезда любителей аниме ожидают привлечь около 200 000 фанатов.